Один моток пряжи, ярнард макраме полиэстер, золотистый оттенок, номер 155, смотреться он будет очень эффектно, а также два металлических разъемных кольца для держания ручки и одна магнитная кнопка. Будем вязать в круговую крючком номер 4, и для начала необходимо набрать количество петель кратное 4, у меня будет 24 воздушные петли. Двадцать пятая воздушная петля для подъема, и теперь поворачиваем воздушную цепочку наизнанку и отыскиваем вот эту дужку. В нее до конца ряда провязываем столбики без накида. У нас первая петля, далее вот эту дужку отыскиваем за второй воздушной петлей и провязываем в нее столбик без накида. Это будет установочный ряд. Вот так вот аккуратно подхватываю и столбик без накида. Установочный ряд готов. Теперь переходим к первому ряду. Его будем провязывать полустолбиками, как и все последующие несколько рядов, при этом вводя крючок в верхнюю дужку косички предыдущего ряда. Вот так вот следующим образом. Находим вот эту дужку и провязываем полустолбик. Сначала по одной стороне установочного ряда, в дальнейшем развернем его и по другую сторону также провяжем полустолбики и плавно, без подъема, перейдем во второй ряд. Вот так вот я дохожу до конца одной стороны, разворачиваю работу на другую сторону и продолжаю также полустолбиками обвязывать сторону, вводя крючок в верхнюю дужку косички предыдущего ряда. И вот уже последовал второй ряд. Ну и также, соответственно, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Смотрите, я провязала 12 рядов полустолбиками первую секцию. Теперь переходим ко второй, также будем вязать ее в круговую с плавным переходом, но теперь столбиками с одним накидом. То есть я делаю накид и первый ряд второй секции провязываю также верхнюю дужку косички предыдущего ряда, но теперь столбиками с одним накидом. Первый ряд второй секции готов, переходим ко второму, его будем провязывать столбиками без накида, но уже резинкой 2 на 2. Следующим образом делаем накид, постепенно вливаемся, подхватываю ножку столбика первого ряда и вот таким вот образом провязываю столбик с одним накидом. Делаю накид,
Подхватываю второй столбик, ножку второго столбика предыдущего ряда и также провязываю столбик с одним накидом. Следующие два столбика провязываю иначе. Делаю накид и подхватываю ножку столбика с обратной стороны. Провязываю столбик с одним накидом. Накид и подхватываю ножку столбика предыдущего ряда с обратной стороны. Провязываю столбик с одним накидом. Повторяю накид, подхватываю ножку столбика спереди предыдущего ряда. Провязываю столбик с одним накидом. Накид, подхватываю ножку спереди и также провязываю столбик с одним накидом. Опять делаю накид и следующий столбик подхватываю сзади. Провязываю столбик с одним накидом. Делаю накид. Столбик подхватываю сзади. Провязываю столбик с одним накидом. Теперь приступим к третьему ряду. Его, как и последующие ряды второй секции, будем вязать как второй ряд. Только теперь у нас выделяются лицевые и изнаночные столбики, и мы всего лишь навсего будем следовать рапорту. Также перехода у нас никакого не будет. Делаем накид и провязываем сначала 2 лицевых столбика, подхватывая столбик предыдущего ряда спереди. И далее 2 изнаночных столбика по рапорту. Теперь будем подхватывать сзади. Лицевые столбики подхватываем спереди. И изнаночные столбики подхватываем сзади. Друзья, провязала 5 рядов второй секции резинкой. Теперь переходим к третьей секции. Ее будем вязать точно так же, как первую, полустолбиками и в круговую 12 рядов. Друзья, я завершила свою работу, провязав 5 секций с одинаковым количеством рядов. В 5-й секции вывязала отверстие для магнитной кнопки, установила ее, также установила колечки для того, чтобы в дальнейшем закреплять ручку. И, в общем-то, на первый взгляд все выглядит очень идеально. И если вам понравилась эта контрастная идея, именно так бы я ее назвала, потому что секции в изделии очень сильно выделяются, контрастируют относительно друг друга, обязательно заберите ее в свои копилки, поделитесь роликом на своей страничке в соцсетях и поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. А еще я желаю вам всего самого наилучшего, ждите новых мастер-классов, они скоро выйдут.